Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. В сегодняшнем видео для вас сделаю гороскоп для всех знаков зодиака на май месяц. И первый знак зодиака, с которого мы начнем, это Овен. Мы узнаем, что Овнов ждет в мае. Итак, я сначала выложила из старшего аркана одну карту. Мы с вами посмотрим, каким будет для Овнов май. Выпал старший аркан Звезда. Ну, карта показывает, что у Овнов в мае месяце будут достаточно очень положительные эмоции. Будут исполняться все желания, какие они захотят, какие они задумали Овны. То есть очень такой благоприятный месяц для Овнов. Очень много реализуется планов в мае месяце. То есть все, что вы задумаете, все, что вы захотите, у вас в мае все исполнится. И давайте раскроем сейчас младшими арканами. Мы с вами посмотрим. Так. Ну, что можно сказать? В мае месяце для Овнов больше всего приоритет будет в финансовом плане. То есть здесь показано, что вот четверка пентаклей, пятерка пентаклей, шестерка чаш. Здесь карты говорят, что видно, Овны о чем-то уже давно размышляют, может быть, в каком-то финансовом вопросе. То есть это вопрос уже решается у них давно. Может быть, вы на что-то копите деньги. Какие-то могут быть и траты, то есть, скорее всего, в мае месяце вы можете совершить какую-то покупку. То есть, вот звезда вам и показывает то, что вы планировали, то, что вы хотели. В мае у вас есть все шансы именно получить или купить, то есть больше все-таки связано с финансами, вы копите деньги. Но в мае показано, что пятерка пентаклей, что у вас будут траты денег. Но траты будут, в принципе, приятны, то есть то, что вы рассчитывали давно, то, что вы планируете, то, что вы на что копите. Вот как раз в мае у вас есть все шансы именно достичь этого. То есть вы можете спокойно или что-то приобрести, может быть, вы купите на отпуск. То есть вы можете спокойно поехать в отпуск, как раз вот эти вот траты денежные для вас будут очень приятны. Также вы можете и копить на какое-то жилье, на квартиру, или еще на какое-то, может быть, какой-то бизнес, какое-то дело. То есть опять показывают, что в мае будут у вас траты, но траты будут приятные именно для вас. То есть вот звезда показывает, все ваши планы, все ваши желания в мае у вас исполнятся. Вы полны надежд, вы полны энергии. Также еще показывают, что у вас в мае возможно какое-то знакомство, которое вам поможет реализовать ваши планы. Может быть, будет встреча какого-то человека. Может быть, у вас будут завяжутся связи, которые вам помогут реализовать ваши планы. Возможно, у вас уже есть эти связи, которые как раз в мае помогут вам сделать то, что вы давно планируете. То есть здесь вы можете смело в мае все, что вы задумали, все, что вы хотите, вы смело можете начинать. Если вы еще об этом не думали, если вы еще только анализируете, решаете делать, не делать, то в мае у вас очень хороший месяц для того, чтобы реализовать свои планы. Смело беритесь, смело идите, и вы добьетесь, у вас все получится. Сейчас мы с вами посмотрим, что май принесет тельцам. Итак, на старших арканах я выложу, каким будет месяц. Выпал старший аркан «Любовники». Карта показывает, что тельцы в мае месяце будут постоянно находиться или перед каким-то выбором. То есть, возможно, вы что-то уже решаете, возможно, вы о чем-то думаете, планируете. И в мае месяце вы, скорее всего, еще не решите свои вопросы, о которых вы сейчас думаете.
Может быть, это поездки, может быть, это работа, может быть, это личные отношения. Сейчас я младшими арканами раскрою май месяц. Мы с вами посмотрим. Итак, королева мечей, пятерка чаш и двойка мечей. Ну вот для тельцов май месяц. Карты показывают, что, скорее всего, это или вы, дама королевы мечей, то есть, возможно, вы пытаетесь найти свой путь. Возможно, вы пытаетесь, находитесь наедине с само собой. То есть вы пытаетесь выйти из какой-то ситуации. Возможно, это работа связана, возможно, это личные отношения. То есть у вас сейчас, для вас сейчас открыт путь. То есть вы можете решить вопрос, так как королева мечей вообще достаточно очень сильная женщина, сильная духом. То есть вы больше, скорее всего, все-таки живете разумом, вы не живете сердцем. У вас все-таки вы больше рассчитываете наперед. То есть вы все просчитываете, только потом что-то предпринимаете. И вот как раз у вас май месяц будет для того, чтобы вы могли решить свои вопросы касаемо именно вас. Возможно, еще также не обязательно это вы. Возможно, у вас либо какая-то конфликтная ситуация именно с дамой, которая дама рядом с вами. Возможно, могли какие-то с ней быть разногласия, какая-то недоговоренность, какие-то проблемы, которые вы пытаетесь решить. И вот май месяц, маловероятно, что вы решите именно тот вопрос, который вас волнует. Возможно, скорее всего, вы все-таки еще в мае будете решать вопрос. Может быть, карта вот пятерка чаш вам показывает, что в мае месяце не пытайтесь сразу решить все вопросы. Обратите внимание больше все-таки на себя, поставьте свои интересы наперед. То есть посмотрите, что вам выгодно и нужно именно в той ситуации, в которой вы сейчас оказались. То есть вот май месяц для вас больше будет таким, как месяц уединения. То есть здесь вы больше будете находиться при себе, будете пытаться разобраться в чувствах, как вам относятся, как вы относитесь. То есть вот весь месяц у вас будет такое вот право выбора. Но карта показывает, что лучше все-таки, наверное, не стоит сразу решать как-то вопросы, лучше пока подождать, потому что двойка мечей показывает, что даже если вы в чем-то определитесь, то вы сразу можете и не найти именно ту дорогу, по которой вам идти. То есть, опять говорю, это либо вы сами пытаетесь что-то решить, либо женщина, которая рядом с вами находится, и вы с ней пытаетесь решить какие-то вопросы касаемо вас. То есть карта советует: не спешите, подождите, подумайте о себе, о своих интересах, и возможно, что вы тогда все-таки придете к какому-то уже решению вопроса. Но в мае месяце лучше не спешить с определением. Это вот для тельцов. Сейчас мы с вами посмотрим, что ждет близнецов в мае месяце. Каким будет май для близнецов? Итак, на старших арканах я выложу, каким будет. Выпал дурак, шут. То есть май месяц для близнецов будет достаточно очень таким легким месяцем. Это, возможно, будет либо дорога, либо какое-то путешествие. Возможно, или смена работы. Возможно, если в отношении, вас волнуют отношения, возможно, встреча нового человека. Может быть, вы в мае закончите старые отношения, начнете новые знакомства. То есть в мае вы будете открыты новому, интересному. То есть вам захочется куда-то поехать, куда-то пойти или что-то познать. Давайте с вами раскроем младшими арканами, каким будет месяц. Шестерка чаш, рыцарь чаш и король мечей. Но для близнецов май месяц
Больше все-таки будет достаточно таким светлым, хорошим месяцем. То есть здесь карта показывает, что, возможно, вы все-таки больше связаны будет с отношениями. Возможно, вы либо уже порвали отношения, то есть вот как раз дурак вам показывает, что вы или порвали отношения, или пытаетесь закончить отношения. То есть в мае месяце вы можете это спокойно сделать, так как у вас идет встреча другого человека, то есть у вас новая судьба, новая жизнь. Вы в мае можете спокойно начинать новый свой путь. То есть здесь идет очень хорошая встреча у вас, очень хорошее знакомство с королем мечей. Возможно, он будет старше вас по возрасту, который сможет как-то вам дать какие-то ценности в жизни, то есть как-то сможет вам или в чем-то помочь, или дать именно то, что вы не нашли в прошлом, в прошлых отношениях. То есть в мае месяце вы можете спокойно встретить именно своего человека. То есть здесь вот как-то об этом говорят. Если вы смотрите на работу, на финансы, вас интересует, то также карты показывают, что вы, возможно, сейчас планируете поменять место работы, планируете уйти, но думаете, стоит или не стоит делать. И карта вам советует, что в мае месяце у вас есть все шансы поменять работу. То есть как раз у вас будет очень хорошее предложение, и предложение это будет все-таки от мужчины. То есть мужчина либо по статусу старше, либо вас старше, который вам предложит более подходящую работу, то есть более оплачиваемую, более финансовую, то, что вы именно ищете. То есть в мае месяце близнецы могут смело поменять работу. Возможно, также в мае месяце вы можете куда-то поехать, то есть это либо в отпуск, либо какое-то путешествие, либо, возможно, дорога в другой город, в другое место жительства. То есть, опять же, та карта показывает, что вы уже в прошлом много что сделали для себя, вам надо двигаться. И вот май будет для вас очень благополучным. То есть вы будете полны энергии, вы будете полны чувств, вы будете получать достаточно много эмоций. И опять же, для близнецов возможно встреча мужчины, которому вы так долго идете, которому вы так долго ждете. То есть у вас именно будет встреча, которая для вас будет очень важной. Поэтому для близнецов май достаточно очень таким будет хорошим, положительным месяцем. Смело идите вперед. Ничего не бойтесь, и все у вас получится. Сейчас мы с вами посмотрим, что май принесет для раков. Каким будет месяц май для раков? Так, на старших арканах я вытащу, каким будет месяц. Вам выпал старший аркан «Умеренность». Карта показывает, что для вас месяц будет достаточно очень спокойным. Возможно, вы будете искать в чем-то баланс, может быть, решение какие-то вопросы вас сейчас волнуют, и вы будете свою ситуацию, которая у вас, держать под контролем. То есть май месяц для вас будет достаточно очень таким больше спокойным месяцем, уравновешенным. Давайте сейчас раскроем на младших арканах. Шестерка жезлов, десятка пентаклей и пятерка мечей. Карта показывает, что вот как раз май месяц для вас будет все-таки больше значимым в семейном плане. То есть, возможно, были какие-то разногласия, возможно, были какие-то ссоры у вас, которые вас немножко сейчас тревожат. Вы много что уже сделали. Вы достаточно уже сделали. Вы думали, что уже больше половины пути пройдено. Возможно, это вот как раз все-таки связано с семейными вопросами. Возможно, вы или как-то строите сейчас отношения, или если уже вы женаты, то вы думаете, что много что сделали, но все равно вот пятерка мечей показывает, что либо ваш партнер на вас обижен, какие-то вот разногласия, которые вам мешают нормальной счастливой жизни.
То есть есть вопросы, возможно, это между лично вами, или какие-то ссоры были, или разногласия. Возможно, это может быть и с финансами связано, что приобретение чего-то, один хочет что-то приобрести для дома, а другой против. И вот, возможно, на этом фоне у вас идут разногласия. То есть май месяц для вас больше будет решение вопросов все-таки касаемо семьи. То есть вы сможете наладить ситуацию, сможете наладить именно те конфликты, которые у вас возникли. То есть вы со своей семьей помиритесь. Если вы давно в ссоре, также у вас будет в мае примирение. То есть здесь больше вот именно семейный для вас месяц. Если все-таки вы по работе вас волнует, да, все-таки по работе смотрите, то для раков работу, скорее всего, в мае лучше не менять. То есть, если вы все-таки планируете поменять, то лучше этого не стоит делать. Лучше стоит этот месяц переждать, подождать и не переходить на другую работу, так как вам может там и не понравиться на той работе, на новой, если вы перейдете. То есть лучше все-таки май просто посидеть спокойно, проанализировать. Возможно, где-то какие-то, если конфликты, улаживать какие-то стороны. То есть вот май месяц для вас будет спокойным, если вы никуда не будете рваться, а просто будете пока на месте находиться. То есть у себя дома, при семье, при друзьях. Потому что у вас, в принципе, и так нормальная ситуация. И если вы куда-то будете рваться, то вот как раз могут пойти и разногласия, пойти какие-то конфликты, которые вам будут неприятны. То есть в мае месяце лучше просто спокойно отсидеться. Сейчас мы с вами посмотрим, что май месяц принесет для знака зодиака Лев. Каким для них будет май. Итак, на старших арканах посмотрим. Вам выпал старший аркан Император. Ну, для Львов это будет достаточно значимый месяц. Этот месяц ваш, так как вы хозяин положения. Вы четко знаете, что вы хотите. Возможно, у вас есть какие-то уже поставленные цели, о которых вы думаете, и в мае вы их можете спокойно реализовать. То есть вы не смотрите на проблемы вокруг, а просто идете вперед. Давайте раскроем младшими арканами. Рыцарь чаш, паж пентаклей и четверка жезлов. Ну, вот как раз карта и показывает. То есть здесь для Львов, возможно, вы запланировали какие-то дела, если связано у вас все-таки с работой. Возможно, у вас есть либо свой бизнес, вы получили какое-то взаимовыгодное предложение, возможно, вы вложите свои деньги, ну, не такую большую сумму, но все-таки вложение денег будет, и вас ждет успех. То есть здесь вы добьетесь. Если личные отношения смотреть, то также возможно, что если вы от мужа ждете какого-то предложения или какую-то поддержку, то в мае месяце вы смело можете ее дождаться, можете получить, так как у вас показана четверка жезлов, что месяц для вас будет очень благополучным. То есть если даже вы... Если ваш муж на вас не обращал внимания или не уделял должного внимания, вы ждете, когда же наконец, то в мае месяце вы будете полностью получать знаки внимания, будет полное идиллия, гармония. То есть очень достаточно такой будет благоприятный, хороший месяц. Возможно, что также вы можете встретить, как раз вот в мае месяце можете встретить своего будущего мужа. То есть это будет очень приятное для вас знакомство. Отношения могут только начаться, так как паж пентаклей это возможно только какие-то легкие пока такие встречи. Но эти встречи могут привести вас к семейному союзу, именно к браку. Также по работе, если вы смотрите работу, то также у вас будет
хорошее какое-то предложение по работе, то есть предложение будет от мужчины, мужчина будет идти вам помощь, вы сможете добиться. Но Паш Пентакли показывает, что, в принципе, вам еще стоит чему-то подучиться. Но вы, опять же, сможете этого добиться. То есть май месяц для львов очень будет положительным. Если вы не планируете поменять работу, то также по работе у вас либо повышение будет в мае месяце, которое вам принесет дополнительный доход. То есть, опять же, это будет вот связано идти от мужчины. Если вы собираетесь какие-то поездки куда-то, может быть, отдохнуть или еще что-то, вы можете поехать, но дорога как бы для вас будет такой кратковременной, временная дорога. То есть не длительная, как бы вам хотелось. Но дорога будет для вас тоже приятная. Опять же, вложение денег будет идти. То есть какую-то, может быть, вы с кем-то поедете. То есть не один. Возможно, что либо компанией. Или даже если поедете в дороге, также можете встретить человека, который вам предназначен судьбой. То есть здесь именно для львов будет очень положительно и в личных отношениях, и в финансах, по работе. И также, если вы планируете поехать отдохнуть, то вы можете спокойно. Для вас будет месяц очень положительным. Сейчас мы с вами посмотрим, какой будет месяц май для дев. Что их ждет? Итак, каким будет месяц? Вам выпал старший аркан правосудия. В первую очередь аркан показывает, что вы, возможно, будете решать какие-то вопросы, связанные с документами, с судами, с бумагами. То есть здесь вы будете решать вопросы, касаемо все-таки бумаг и судов. Но также, в принципе, для вас месяц будет достаточно очень таким серьезным. То есть расслабляться вам не надо в этом месяце, так как здесь все-таки вам предстоит много что решать в этом месяце. Но давайте младшими арканами раскроем, посмотрим. Четверка пентаклей, двойка чаш и четверка жезлов. Карты показывают, что вот как раз май месяц для вас будет достаточно очень таким серьезным и значимым, но не поддаваться эмоциям. То есть у вас будет выбор, вы будете решать, вы будете планировать. Но сразу вопрос, скорее всего, вы вряд ли в этом месяце решите. Возможно, что может быть к концу месяца что-то уже у вас и прояснится, но весь месяц у вас именно будет такое, достаточно очень перед выбором. То есть вы будете взвешивать все за и против, то есть стоит, не стоит. Это можно касаться и работы, и личных отношений. Возможно, какие-то у вас вопросы связаны с документами, с бумагами. Возможно, может быть, и с судами даже связано. Возможно, может быть, и с банками, то есть или брали в банке вот на недвижимость, там на квартиру. Но вопрос вот именно с судами будет связан. То есть вы будете решать или снизить какие-то там проценты, что тут с деньгами, или снизить какую-то часть суммы выплаты за недвижимость. Но также как-то показывать, что если все-таки у вас так получится, что с судами будет связано, у вас будет право выбора. То есть вы сможете решить этот вопрос. Возможно, у вас появится какой-то человек, который вам подскажет, как правильно лучше сделать, поможет каким-то советом. Также, возможно, вы в мае, может быть, заведете какое-то знакомство, которое вам в дальнейшем поможет решить ваши вопросы. Если волнуют личные отношения, то здесь, скорее всего, вы находитесь без второй половинки, возможно, вы все-таки один человек. Если вы один на данном этапе, то вы можете встретить как раз в мае человека,
Отношения могут только-только начаться, то есть это может быть только легкое такое знакомство. Может быть, вот вы копите деньги куда-то поехать, куда-то какой-то отпуск или какое-то путешествие, и там будет вот это знакомство, которое приведет вас к семейному браку, то есть именно к семье. Возможно, если вы смотрите, вы уже в браке, возможно, вы решаете вопрос. Может быть, это вопросы развода. То есть также карта показывает, что пока подумайте. Может быть, и не стоит разводиться, хоть и уже большой опыт у вас достаточно уже позади, то есть уже, может быть, и вы много лет прожили вместе. И в мае лучше подумать, так возможно, что у вас и может все наладиться. То есть не стоит рубить с плеча, а лучше подумать в этом месяце. В принципе, налаживание в этом месяце у вас будет, то есть все равно вы, с одной стороны, уже достаточно определились, то есть вы знаете, что вы хотите, у вас уже четко поставлена есть цель, но, возможно, появление человека, который все-таки как-то вам даст или какой-то совет, или поможет в чем-то, чтобы вот именно наладить ту ситуацию, в которой вы сейчас есть. То есть в мае месяце у вас может решиться вопрос именно в лучшую сторону. Сейчас мы с вами посмотрим, каким будет май для весов. Что он принесет. Итак, вам выпал старший аркан иерофант. Ну, в первую очередь, это достаточно очень такая духовная карта. То есть здесь вы будете больше все-таки в поиске себя, в поиске какой-то помощи в этом месяце, возможно, решение каких-то для вас серьезных вопросов. Давайте раскроем младшими арканами, посмотрим. Туз жезлов, двойка чаш и пятерка пентаклей. Ну вот здесь карты как раз и показывают, что, возможно, вы пытаетесь что-то изменить, пытаетесь что-то сделать, возможно, вы полагаетесь на каких-то людей, но они вряд ли вам смогут помочь в решении ваших вопросов. То есть здесь в мае не надейтесь на чью-то помощь. Все-таки вот карта Иерофант вам показывает, что лучше все-таки надеяться больше все-таки на Бога. То есть или сходить в церковь, помолиться вот именно за то, что вы хотите, то, что вы планируете, так как у вас сил полно, энергии полно, но вы, возможно, на кого-то надеетесь. И этот человек, который обещает вам помощь, вряд ли вам ее предоставит. То есть в мае вам лучше не надеяться на кого-то, а надеяться только на себя, на свои силы, на свою энергию и надеяться на Бога. То есть вот здесь больше лучше вот обратиться в церковь. Также, если вы уже в отношениях, то есть вот здесь карта еще очень хорошо показывает, что если вы в отношениях, вы уже давно встречаетесь, то есть у вас уже достаточно длительные отношения, то, возможно, у вас и будет бракосочетание в мае месяце, так как иерофант вам выпал, двойка чаш. Возможно, вы сыграете свадьбу, а возможно, даже и венчание. То есть здесь вот карта показывает, что вы к этому придете. Пятерка пентаклей. То есть вы на это потратите достаточно значимую сумму, но это траты для вас будут приятные. То есть вы к этому стремитесь, вы к этому идете. И спокойно в мае месяце будет у вас даже и свадьба. То есть здесь карты об этом очень хорошо вам показывают. Если вас волнует вопрос с работой, карта показывает, что работу менять, если вы хотите поменять, не стоит однозначно в этом месяце, так как у вас могут быть потери, вы можете потерять по зарплате, по финансам. То есть вам надо будет очень хорошо подумать. Возможно, как раз есть рядом человек, который вам что-то предлагает поменять работу. Пока не стоит. В этом месяце вам не стоит. То есть лучше посидеть, подумать, лучше переждать этот месяц, но не стоит, так как
Все-таки вы находитесь на своем месте сейчас, на данный период. Если работы у вас нету, то у вас будет предложение по работе, вы сможете устроиться, то есть вы давно этого ждете, возможно, вы устроитесь на работу, но сразу на большие деньги не надейтесь. Возможно, что вас это будет не устраивать, вы захотите уйти, но карта Иерофант показывает, что подождите, не спешите, присмотритесь к этой работе, так как, возможно, это для вас будет хорошая работа, просто финансы могут не сразу к вам прийти. Поэтому здесь весь месяц думайте, думайте, но больше все-таки надейтесь на себя. А те, кто собираются пожениться, в мае месяце у вас есть все шансы сыграть свадьбу. Сейчас мы с вами посмотрим, что ждет скорпионов в мае месяце. Итак, каким он будет? Вам выпал отшельник. Карта показывает, что в мае месяце скорпионы захотят закрыться, укрыться, захотят побыть наедине с собой. Возможно, вы устали от того, что происходит в жизни. Возможно, вы устали от каких-то проблем, забот. И вам захочется просто уединиться, побыть наедине с собой. Возможно, подумать над своей жизнью. Ну, давайте сейчас младшими арканами раскроем. Мы с вами посмотрим. Четверка пентаклей, рыцарь мечей и тройка мечей. Для скорпионов карты говорят, что, возможно, вы чего-то хотели добиться, возможно, вы пытались решить вопросы, связанные с финансами. Возможно, вы как-то хотели очень быстро все это решить, но вы не получили должного, вас это очень расстроило, то есть здесь у вас идут переживания, вы пытаетесь укрыться, вы пытаетесь закрыться, не надеетесь ни на кого уже, вы надеетесь только на себя, вас эти вопросы мучают, волнуют, но вот в мае месяце вы можете решить вопросы, если вы будете вот опять надеяться только на себя. То есть, скорее всего, поддержки вряд ли будет, так как вы сами по себе достаточно очень сильный человек и духовно, и морально. То есть вы уже знаете ценности жизни. И как раз вот май месяц для вас будет больше все-таки месяца раздумий. Возможно, уже были у вас какие-то такие проблемы, которые вас очень сильно тревожили, вы до сих пор не можете отпустить эту ситуацию. Возможно, вы не знаете выхода, как правильно что решить, то как раз вот в мае вы можете решить. Может быть, неожиданно как-то придет для вас какое-то либо озарение, либо какой-то совет, какая-то подсказка, что вы сможете решить данную ситуацию. Если вы смотрите, все-таки вас волнуют личные отношения, то здесь вам лучше не свои отношения не выяснять, вот именно в мае месяце, потому что может быть конфликтная ситуация. Конфликтная ситуация может быть связана с финансами. Возможно, какие-то у вас есть накопления, которые вы захотите или поехать куда-то, или потратить эти деньги. То есть здесь может на этом фоне возникнуть конфликтная ситуация. Подумайте, не решайте сгоряча, так как весь май для вас может быть очень таким достаточно тревожным и неприятным для вас. То есть здесь лучше стараться острые углы обходить. То есть если вы чувствуете, что ваш партнер пытается выяснить отношения, в мае лучше этого не делать. Если связано с работой, вы хотите решить вопрос с работой. Также в мае бы я вам не советовала это делать. Возможно, вам какие-то обещания дают, причем от вас требуют быстрого решения вопроса. Подумайте, не спешите. То есть, возможно, будут конфликты, неприятности для вас. Весь месяц для вас лучше подумать спокойно,
Ни на кого не надеясь, только надеясь на себя, на свой опыт, на свой разум. Так как быстрота в вашем вопросе в любом в течение месяца, что бы ни происходило, может привести к не очень хорошим последствиям. Поэтому не спешите, а лучше все обдумайте. И тогда вы сможете избежать именно те неприятности, которые могут быть. Теперь посмотрим, что ждет стрельцов в мае месяце. Каким будет месяц для стрельцов? Итак, выпал старший аркан маг. Но для стрельцов будет очень хорошим месяцем. То есть у вас все ваши желания, все ваши мечты, все будет исполнимо в этом месяце. Вы полны энергии, вы полны сил. У вас есть все для достижения ваших целей. И в этом месяце вы это можете спокойно сделать. Сейчас мы с вами раскроем младшими арканами. И с вами посмотрим. Тройка мечей, пятерка мечей и пятерка жезлов. Для стрельцов май месяц будет достаточно очень хорошим положительным, если вы не будете конфликтовать, не будете спорить. Возможно, за вас уже все решено. Возможно, вы знаете какие-то уже определения. Может быть, вы в чем-то уже определились, очень долго думали, переживали. Но не конфликтуйте, не спорьте именно с теми, кто вам пытается помочь. Потому что здесь карта показывает, что вы можете. То есть вы можете свои интересы поставить наперед. Поэтому здесь лучше не конфликтовать. Если личные отношения вас волнуют, то здесь держите свои эмоции под контролем. Возможно, что будут конфликтные ситуации, будут разногласия, но вы сами можете все изменить. То есть вы сами можете спокойно эту ситуацию отпустить, то есть очень многое будет зависеть от вас именно в этом месяце. Если смотрите работу, если вас интересует работа, то также карта показывает, что в работе будет немножко напряженная ситуация, то есть это может быть связано и с коллективом, это может быть связано и с начальством. Возможно, что вас не устраивает то положение, в котором вы находитесь, вас именно пытаются или уволить с этой работы, или пытаются в чем-то задеть. То есть здесь карта показывает, что май месяц будет немножко для вас конфликтным, будет немножко трудным, будут переживания, но у вас есть силы справиться с этим. То есть здесь главное свои эмоции держать под контролем, вы полностью с этим справитесь. Главное, не спорьте, не конфликтуйте, так как хоть и вам будет неприятно, вам будет тяжело, но вы с этим справитесь. Независимо от того, в личные отношения или работа, держите свои эмоции под контролем. И тогда у вас все будет нормально. Месяц для вас пройдет хорошо. Сейчас мы с вами посмотрим, что ждет Козерогов в мае месяце. Каким будет май? Итак, вам выпал старший аркан Луна. Возможно, вас волнуют какие-то вопросы, и причем эти вопросы вас мучают очень давно. Очень есть душевные переживания, то есть в мае месяце вы будете как-то закрыты в себе, особо мало будете рассказывать, что вас волнует, нету какого-то доверия у вас. Давайте сейчас раскроем младшими арканами, посмотрим, что вас ждет. Десятка жезлов, королева пентаклей и королева чаш. Вот как раз Луна вам показывает, что есть конфликтная, возможно, есть какая-то конфликтная ситуация, какое-то недоверие. Либо вот к людям, которые рядом с вами находятся, возможно, это либо
ваше начальство, либо ваши подруги, напряженная обстановка, напряженная ситуация, то есть, возможно, вы не доверяете рядом людям, которые с вами находятся, то есть вот рядом две девушки, да, очень напряженно, тяжело, вы не знаете, как решить, и в мае месяце, скорее всего, вы либо не будете общаться, либо как-то будете от них искать какой-то подвох, то есть вы будете от них вот именно ждать этого подвоха. Возможно, это и вы здесь, и рядом с вами вот или подруга, может быть, близкая подруга, возможно, может быть, и родственница какая-то, с которой тоже немножко могут возникнуть напряженные обстановки между вами, какой-то конфликт, какое-то разногласие. И вот в мае вы будете пытаться между собой решить этот вопрос. То есть здесь вот у вас будет больше все-таки идти недоверие именно к тому человеку, который рядом с вами находится. То есть, возможно, что вы уже была конфликтная ситуация, и вы до сих пор пытаетесь решить, но в мае вряд ли вы сможете это сделать. То есть вряд ли вы решите этот вопрос. Если личные отношения вы смотрите, если вас волнуют личные отношения, то здесь также карты показывают, что в мае месяце вы, скорее всего, будете все-таки больше при себе, больше будете уделять внимание для себя. Возможно, вряд ли вы получите какое-то внимание от своей второй половинки. Будут немножко напряженная обстановка, может быть, у вас уже какие-то были конфликты, и вы как-то пытаетесь решить. Возможно, вы сами идете на примирение, вас это очень тревожит. Но в мае месяце, вот, скорее всего, вряд ли вы сможете решить этот вопрос. То есть все-таки месяц вы будете решать. Но также, в принципе, вот королева чаш выходит, что хоть и эмоциональным будет для вас месяц, но все-таки все равно ваши переживания, они закончатся. То есть возможно, что все-таки вот королева Пентакли показывает, что вы выйдете из этой ситуации. То есть независимо от того, если в личных отношениях, все равно вот напряжение или с родственницей, с друзьями. То есть, королева Пентаклей, вы выйдете из этой ситуации. То есть, вы сможете именно решить вопрос, так как все-таки вы уже долго над этим думаете, размышляете. И в мае месяце вы можете решить вопрос. Главное, поменьше рассказывайте о своих планах, и ваши планы осуществятся. Сейчас посмотрим, каким будет май для водолеев. Что он им принесет. Итак, каким будет месяц? Вам выпал старший аркан суд. Достаточно очень таким будет значимым месяцем. Возможно, решение очень серьезных вопросов, то есть изменение полной ситуации, возможно, даже изменение жизни. Может быть, вы уже планируете поменять свою жизнь, но не знаете как. И в мае месяце у вас будут все шансы, то есть вы сможете это сделать. Давайте раскроем младшими арканами. Восьмерка жезлов. Рыцарь мечей. И десятка пентаклей. Ну вот как раз карты вам и показывают, что в мае месяце то, к чему вы шли, то, к чему вы стремились, но что-то вас не устраивает. Какие-то есть разногласия, возможно, это в семье, какие-то есть конфликтные моменты. Какие-то спорные вопросы, в мае вы их можете спокойно решить. То есть здесь очень такие будут значимые для вас события. Возможно, поддержка со стороны родственников, которая поможет или в финансовом плане, или поможет советом, подскажет, как лучше поступить. Возможно, вы поедете куда-то, это может быть и все вместе вы можете поехать, и в этой поездке вы решите свои вопросы. Возможно, вы к родственникам поедете, то есть у вас будет дорога, и как раз тоже вот эта ситуация вас изменит. Или вы сами можете поменяться, то есть у вас поменяются взгляды на жизнь, или ситуация, в которой вы оказались, то есть вы к чему стремились, но как-то вам уже это немножко приелось, уже надоело, вы хотите все поменять, вы стремитесь к лучшему, и это лучшее у вас будет обязательно в этом месяце. То есть здесь
достаточно очень такие у вас серьезные будут перемены. И это связано с личными отношениями, и это связано с работой, то есть тоже, если на работе вот восьмерка жезлов все-таки показывает, что вы много отдаете времени работе, но, возможно, и будет повышение. И повышение для вас будет очень положительным, то есть и по финансам, и, возможно, дальше вы меньше будете тратить время на работу, а больше будете уделять своей семье. Или может быть смена работы, то есть может быть у вас получится так, что вы можете уйти с данной работы, то есть вы об этом не думаете, вы можете уйти, будут такие серьезные перемены. Возможно, что вы этот месяц просто посидите дома, то есть будет такой для вас месяц отдыха. Но во всяком случае все равно для вас месяц положительный, так как даже если возникнет какой-то вопрос, спорный вопрос, то есть немножко неприятный для вас, он закончится хорошо. Независимо от того, какая будет ситуация, он для вас закончится положительно, именно в этом месяце. То есть, какие бы ни были перемены у вас в этом месяце, не сопротивляйтесь этим переменам и не бойтесь их. Эти перемены только вам на руку, они только вам улучшат вашу ситуацию. Вы и так многого достигли, но можете и подняться. Поэтому не бойтесь перемен и не сопротивляйтесь. И тогда месяц будет у вас замечательным. Сейчас мы с вами посмотрим, каким будет май месяц для знаков зодиака рыбы. Что им принесет май. Итак, старшие арканы смотрим, каким будет. Вам выпала колесница. Карта показывает, что, возможно, у вас будет какая-то дорога. Какая-то дальняя дорога, то есть вы куда-то, даже если вы не планируете, у вас будет дорога. Но также карта показывает, что май месяц, возможно, у вас будет какой-то выбор. То есть вы будете находиться перед каким-то выбором. Давайте с вами младшими арканами раскроем, посмотрим. Туз чаш, тройка чаш и десятка пентаклей. Ну, у вас замечательный месяц. Вы полны любви, вы полны энергии. Все-таки дорога у вас будет, либо отпуск, вы будете полностью для себя находиться. Возможно, вы вместе с семьей поедете отдыхать куда-то, и вам этот месяц принесет бурю эмоций, много интересных каких-то событий. Вы будете полны энергии, любви. То есть для вас месяц будет очень светлым, очень прекрасным. Возможно, вы влюблены сейчас, и в мае месяце вы можете сыграть свадьбу. То есть здесь карта показывает, что, скорее всего, у вас будет свадьба, у вас будет бракосочетание, и вы как раз поедете в свадебное путешествие сразу, то есть недолго будете откладывать на это. То есть все-таки вот мой месяц для вас будет очень таким веселым, радостным, светлым, счастливым. Если вы одиноки сейчас, то здесь тоже карта показывает, что вы можете встретить свою любовь. Возможно, вас пригласят на какой-то праздник. Возможно, вас пригласят на какую-то вечеринку. Возможно, это может быть и специально вас пригласят, специально познакомят, и вы полюбите этого человека. То есть вы встретите эту свою любовь. Вот именно любовь свою встретите на празднике. Если вам будут предлагать куда-то пойти, вот у вас здесь колесница, то есть вы будете выбирать, идти, не идти, идите. Вы можете встретить свою любовь. Если вы смотрите с работы, то на работе у вас будет все замечательно, прекрасно. Возможно, какая-то командировка может быть, которая принесет дополнительную вам денежку. Или если сейчас какой-то у вас идет выбор на работе, может быть, вы что-то решаете сейчас, пытаетесь решить, в мае вы все решите. Положительные эмоции, у вас есть поддержка со стороны, которая вам подскажет, поможет, и вы сможете спокойно решить именно в свою пользу, то есть в свою сторону. И даже будете еще и праздновать то, что вы решили именно данный вопрос. То есть для рыбок май месяц будет просто замечательным.
Ну, вот, пожалуй, и все, что я вам хотела на сегодня рассказать. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте себе ролик. Всем до встречи, всем пока!